За минувший год прокуратурой города Десногорска было рассмотрено 270 обращений граждан. При этом отмечено значительное снижение числа случаев по ущемлению трудовых прав. Однако зафиксировано больше фактов нарушений в сфере ЖКХ. Относительно 2019 года на 35% увеличилось количество удовлетворенных обращений, в том числе из-за полноты сведений, которые граждане предоставляют в своих заявлениях. Об этих и других итогах работы ведомства сообщил помощник прокурора города. На особом контроле прокуратуры города находятся обращения, связанные с нарушением прав несовершеннолетних. Так, в 2020 году по результатам приема прокурора области в интересах несовершеннолетнего прокуратуры города Десногорска городской суд было направлено исковое заявление об обеспечении несовершеннолетнего положенным ему жильем. По результатам рассмотрения данного искового заявления исковые требования прокурора удовлетворены, несовершеннолетний поставлен в очередь для обеспечения его жильем. На личном приеме за прошедший год побывало 48 человек, 28 у прокурора города, 20 у его заместителя. Тем не менее, в период действия особого эпидемиологического режима в области основным способом подачи обращений остается традиционная или электронная почта. Также хочу добавить, что прокурором области и его заместителями на регулярной основе проводится прием граждан посредством телевидеоконференции, о чем мы заблаговременно сообщаем через средства массовой информации. Любой желающий может записаться на прием к прокурору области или его заместителю и обратиться с наболевшим для него вопросом. Здание прокуратуры Десногорска находится в 6-м микрорайоне напротив местного отдела полиции.